Добрый вечер. Вот сегодня мы рассмотрим титулы, причины. Вот. И мы еще будем дальше говорить о числах. Вот. Ну и сегодня поговорим о чудесных числах. Ну а сейчас как бы чудесные числа. Но только одно, а их много. Их вообще бесконечное множество. Точно так же, как и математических действий бесконечное множество, а не 7, про которые нам говорят. У нас вот в нашей цивилизации сегодняшней, ну, все ограничено. А в действительности все имеет формулу бесконечности. Это априори, которое не вызывает практически ни у кого возражения. Ну, может быть, у нашей цивилизации спецов и вызовет, но мы не можем считать сегодняшних наших спецов за каких-то авторитетов. Вот все-таки жречество, они хранители в какой-то степени информации прошлых цивилизаций. И мы, в общем-то, ориентируемся на них. Понятно, потому что, сравнивая знания того же 19 века с нашими сегодняшними знаниями, ну, просто можно прийти в ужас, насколько нас здорово опустили. Значит, по поводу титулов. Ну, мы знаем, что у нас были такие, как Геры, Херы, титул. Он сохранился, в принципе, в виде герцога, но это в Европе, да. Гер – это вот уважительное обращение какому-то уважаемому лицу. Но некоторые у нас исчезли. Ну, есть еще такой хан. Ну, я как бы это восточный. Но это все не так. Значит, у нас титул давался за прожитое время. Вот если человек проживал этап, он становился хетом. Ну, в истории у нас остались геты. Это не готы, это геты. Это геты, которые жили по 500 и более лет. Вот остались хэпы, или хапуги, как сейчас говорят. Это те, которые прожили эпоху. Вот херь, это буква, которая, в общем-то, напоминает чем-то человека, вознесшего руки кверху, да. Вот, это, в принципе, человек. И поэтому хер или хер – это человек. Точно так же, как хет и хэп. Это люди, которые прожили этапу, эпоху и эру. Эра у нас равна 24 тысячи лет. Почему 24 тысячи лет? Потому что у нас 12 эпох. Эпоха – это период, когда встает солнце в этом созвездии, в зодиакальном созвездии. И оно бегает свое вставание, да, за 24 тысячи лет. Поэтому это эра. Она называется эра. Эпоха 2000, эра 24 тысячи лет. Когда нам мы говорим, что сейчас 7524-25 год, да, мы не говорим, что сейчас сколько эр уже прожито. Мы говорим только, ну, потому что все же знают, какая сейчас эра. Ну, знали, понятно. Сейчас, естественно, не знают. И 4 эры, когда человек жил, это эон. И человек, который прожил эон, он был хэон. Или хан, как сейчас говорят. То есть у нас и завоеватели были ханами. И мы были тоже ханами, кто прожил. Эон – это 4 эры. Нам это кажется все невероятным. Но в Библии написано, что люди были бессмертные. Все говорили на одном языке. У нас была единая культура. А потом все это исчезло. Библия отвечает, почему не стало бессмертия. Потому что якобы Ева познала
добро и зло, съев яблоко. Но вот это наивное объяснение в действительности. В действительности нас лишили этого бессмертия. Лишили, потому что мы при том, что были бессмертными, мы не ограничивали рождаемость, но ограничивали, мягко выражаясь, не очень сильно. Потому что большинство цивилизаций сегодняшних, которые бессмертны, они не приветствуют рождаемость у себя, и они точно следуют, сколько человек погибло, умерло или еще там, что с ними случилось, столько и рождается новых людей. Нас этого не было, поэтому наша цивилизация, она считается и считалась экспансивной. Ну, то есть мы распространялись. И то, что наши предки были повелителями вселенных, как раз говорит о том, что мы на многие галактики распространялись. И даже космосы тоже. То есть практически наши люди везде. Но поскольку Земля была центром Вселенной, но это тоже считается, что это христианские там заблуждения, да? Но это не заблуждение, это тоже реальность. Ведь Земля, она называлась Семля. То сейчас говорят Земля. Семя, потому что от слова семя. Мы являемся семенем многих цивилизаций. Поэтому Земля. И вот помимо вот этого эона, есть еще больше величины, когда могли жить люди. Это кальпа, ну, на санскрите, на сегодняшнем современном санскрите, который стараются всячески изменить. Потому что это есть древнерусский язык. Есть понятие, значит, колопы в русском языке. В русском языке колопа и кальпа. Но это день Брахмы считается. А у нас Брахма или Брахма. Ну, кто как. Вот. Или Бриарей. Это тот, кто создал нашу Вселенную. Создал нашу Вселенную, но никак не может навести здесь порядок. Ну, потому что, видите, разрушение должно сопровождаться созиданием. Нельзя все время созидать. Точно так же нельзя все время разрушать. Этот процесс должен быть уравновешен. Тогда Вселенная может существовать, ну, очень долго. Я не говорю вечно, в принципе, вечно. Но вечно только в том случае, если есть циклы. А у нас цикл есть во всем. И вот кальпа или колопа по ведам равно 4 миллиарда 300 миллионов лет. Это день Брахмы. У нас были такие люди, которые жили колопу. И назывались, как нам сейчас говорят, холопы, которые рабы. Но это тактика завоевателей. Понятно, чтобы все обгадить. И поэтому это понятие, оно изменено. У нас был повстанец Колобка, царь Колобка. Но то, что он уже Колобу прожил, то есть было 4 миллиарда лет. Ведь как мы представляем бессмертие? Вот кого ни спроси, скажет, там 200 лет, 300 лет, это уже бессмертие. Нет, это 200 и 300 лет. В Библии у нас Мануф Саил 960 лет жил. Этот Ной тоже где-то там, ну, поменьше там жил. Вот, а потом уже вот Иосиф там и все остальные герои, ну, они 100 там, меньше 100, короче, меньше 200, вернее. Вот это было связано с тем, что нас приучали к мысли о том, что мы должны умирать. Но им же нужен гавах, а гавах надо быстрое воспроизводство. Ну, 100 лет, понятно, для Вселенной это ничто.
Ну, 100 лет, ну, за 100 лет мы накапливаем этот гавах, и нам внедрили культуру такую, чтобы мы этот гавах копили. Так вот, Калопа – это галактический год. Эра – это солнечный год. Но есть еще и метагалактический год. Он называется Сарж или Сарас. И, собственно говоря, царь – это тот, кто прожил метагалактический год. Вот его уже длительность исчисляется триллионами. А если быть точными, то это 311 триллионов лет и еще 600 миллиардов. Это век Брамы, называется по ведам. Вот такой возраст жили наши предки. И вот смотрите, когда человек не стареет, у него сохраняется так называемый оккипитальный рост. То есть непрекращающийся рост. У деревьев наблюдается этот тоже рост. У рыб наблюдается. Да у многих наблюдается. У нас сомов там по 2 метра ловили еще в 19 веке. Ну сколько он, понятно. У него кольцо было на хвосте, которое заплыло, ну, уже вросло в тело сама. А оно говорило, когда этого сама выпустили. И самы, они, ну, и до сих пор, в общем-то, известно, что самы могут напасть на человека. Утащить, если он большой, ну, чем он напасть? Ну, у нас понятно сейчас, саму, да вообще рыбе трудно вырастить до больших размеров. И вот Сар, ну, в нашей православной религии, он считается, ну, Всевышний, там мы можем назвать, но это главный Бог. А у нас люди достигали этого состояния. И вот они росли. И у нас ведь, смотрите, находят 3-метровых людей, 4, 6, 18, 20 метров. Находят череп, я приводил фотографию величиной самосвала. Он в самосвал не влазит. Но это уже титаны. То есть до такого роста они вырастали, потому что они очень долго жили. Но есть еще больше. Есть факты, когда... Но они ни в какие ворота, конечно, не лезут для нашего сознания. Есть факты, когда наблюдали людей, задевающих головой облака. Это может быть 3 километра, это может быть 5 километров. Какие там облака были? Тучевые, да, ну, может быть, 3 там. Вот. Ну, если просто облака, ну, 5 километров. И он шел, валил лес под собой ногами. Для него это трава. Или стерня. Это тогда возможно, когда мы становимся бессмертными, когда все становится по циклу. Вот если мы циклим у себя все процессы, это не такая уж проблема сделать цикл. У нас ведь, смотрите, питались по богам, по покровительству богов. Ну, вот как покров Бога наступает, да, ели его пищу. И, кстати говоря, это очень эффективно оказалось в плане лечения и излечивания от хирургических болезней, когда порваны мениски, мышцы, сухожилия, они восстанавливаются при таком питании. Это, ну, я сам свидетель этого. Это не туфта, это реально работает. Потому что там, когда уподобляешься богам, Богу, ну, получаешь его свойства. Это один из способов обретения божественных возможностей, подражания Богу. И, кстати говоря, это подражание, оно периодически возникает у нас в истории и периодически пропадает. Ну, потому что никому из наших поработителей не нужно, чтобы люди были богами.
и могли им оказывать существенное сопротивление. Понятно, лучше нас на уровне скотов содержать, которые ничего не знают, ничего не понимают, но страдают и дают гаваху. Вот наша уготованная нам роль в этой жизни. И весь смысл – это накопить побольше этого гаваха. Для этого нам надо как можно больше гадить самому себе в этой жизни, поступая так, чтобы как можно больше страдать от последствий своих глупых поступков. Потому что абсолютно за все приходит обратка, вызывающая точно такие же страдания, которые мы причинили кому-то. Вот в Индии в этом плане, там все-таки народ знает, что за что может получить. У нас царей было всем, в семицарстве было. Ну, я уже говорил, что и в свое время и вавилонской истории, и еврейской истории тоже было семицарствие. Ну, как и у нас. Четыре Ивана, три Василия, тоже семицарствие. Ну, вот. Но это было все вот до разрухи, которая началась уже в XVI веке. До XVI века, в общем-то, на Земле был рай. Понятно, что там могли быть и катаклизмы, и прочие неприятности. Ну, не без этого, понятно. Но в основном все было как бы решаемо. Вот сейчас у нас уже не решаемо, потому что человечество подведено к крайней черте своей. Вот, причем количество землетрясений, которые зашкаливают уже по 85 тысяч в прошлом году за первое полугодие, а еще за весь год пока неизвестна цифра, но уже много, очень много. Ведь оно количество-то растет, и сила землетрясений растет. И похоже, что из-за того, что мы пытаемся там что-то сделать, и это не доходит до масс, и похоже, что, в общем-то, человечеству кранты подходят. Но единственная там надежда, что все-таки вмешаются инопланетяне. Ну, лебединцы, я не знаю, они, в общем-то, мы их попросили, они обещали помочь. Они должны тоже прилететь. Но эти, которые в космическую коалицию входят, это и веганцы, и артурианцы, и плеядинцы, вот, и орионцы. Вот если они будут нам помогать, то к орионцам не следует садить своих кораблей. Мы будем отправлены на Гавайи, скорее всего. Ну или для размножения опять, чтобы потом использовать на Гавайи. К остальным можно садиться. Там, во-первых, как показали исследования ЦРУ, когда проходили контакты, они хоть и секретные становились, но вот потожировые там брали следы инопланетян, остатки каких-то, и показало, что ДНК у них такой же, как у нас. Мы все идентичны. Что арктурианцы, что веганцы, плеядинцы, те же лебединцы. Ну, все практически. Вот когда прилетают, вот как сейчас собираются сделать, прилетают инсекты, там богомолы, пауки. Понятно, что они к нам никакого отношения не имеют. Ну, и они, в общем-то, собираются, сейчас план такой у них, запустить инсекта, допустим, да, который нас захватит. Вот, тогда мы будем воевать против них вместе со всеми людьми нашей Земли. Проиграем эту войну. И тогда явятся орионцы, якобы освободители и благодетели нашей цивилизации, которые сократят нам продолжительность жизни до 40 и более лет за счет усиления страданий. Правда, дадут побольше технических игрушек, создающих иллюзию благополучия. Теперь, значит, вот чины. Чин – это как раз… Вот мы первый кон. У нас все по кону было, да? Испокон веков мы жили по кону. И кон у нас разрушенный
Книга-то у нас, самое главное, называлась «Канон». «Канон», которая перетерпела на сегодняшний день 7 редакций, стала Библией. А так у нас был и Танах, и Авеста, и Зент-Авеста, и Талмуд, и Зоар, и Мишну, ну и Библия. Это уже 7 редакция. А так это было 6, 5, 4, 3, 2. Все вот эти изменения, которые произошли, они были направлены исключительно на то, чтобы нас опустить, естественно. Так вот, первый кон, кто у нас в первом коне? Ра-кон. Ра. Потому что у нас Господь, первый кон – Ра. У нас вообще все господа, которые правили в разных конах, они укладываются на наших пальцах, 10 пальцев. Вот первый Господь, Господарь, правильно говорить, Ра-кон – раз цифра. Вторая у нас Дей-кон – цифра 2. Третья – Три-кон. Ну, кто у нас там был? Ну, это, кстати говоря, кто находил, вот кто прошел, он получал чин. А чин у нас были роки, вот были, ну, мы их называем даймоны, ну, и то, что мы ангелы сейчас называем. Третий – это богатыри, это который прошел кон, третий кон. Богатырь – это много богов у человека. Богат, богит вообще старинное слово, обозначающее Бога в нас. Богит. Поэтому богатыри. Богатырь – это когда много богов. В данном случае 72. То у нас в первых трех конах было по 24 бога. А вот дальше шло на уменьшение 11. Это был кваркон. Панкон – это был 9. Потом 7, 5, 3, 1. То есть был потом Сварог, четвертый кон. И, соответственно, которые люди его прошли, они у нас становились. Но потом, когда они проходили пятый кон, они паны были. И пан, потому что там возглавлял, был господарь. Дальше у нас сест был. И кто проходил, они были семиры. Название осталось. Это чин, если он проходил седьмой кон. Визиры – это когда восьмой кон проходился. И вот девы, дев – это как бы господари, девами были, собственно говоря. Там один только. Он и бог, и господарь в одном лице. И он отвечал за единение в реальности. У нас вот, ну, мы говорим сейчас пантеон, в действительности теон. Ра-теон, дей-теон, три-теон. Тео – это бог. А первая цифра, вернее, первая приставка – это цифра, которая указывает на номер кона. Вот, и четвертый – это вот Витязь, я вспомнил. Витязь – это четвертый чин. И вот в каждом коне была своя цель. Причем цель была процессуальная, она не достигалась. Но то же самое бессмертие. Вы, допустим, защитились от всех вот этих ядов, которые у нас поступают с пищей, от всех неблагоприятных воздействий, от экологии, да. Вот. Но вы не защитились от кирпича с крыши. Это уже говорит о том, что бессмертие у вас не абсолютное. Но если вы защитились, что-то не происходит и не может произойти по определению, ну, значит, вы продвинулись по этой цели, к большему абсолюту. Абсолюта ведь не бывает, к нему можно только двигаться. Ну, та же самая известная логическая такая задача, которая якобы опровергает существование Бога. То есть, если Бог всемогущ, да, то он должен создать камень, который он не сможет поднять.
Раз он не может понять, значит, он не всемогущ. А в реальности это вот как раз движение. Бог всемогущ, он может создать камень, который он не сможет поднять, но он сможет развиться дальше, что он сможет поднять этот камень. То есть это все в движении, это процессуальная цель. Вот первый ракон, первый у нас кон, было достижение бессмертия. И вот интересно, что все вот эти цели, они связаны с так называемыми чудесными числами. То есть в самом чудесном числе хранится вот эта цель. Дальше у нас идет дейкон, ну то есть дей. У него цель совершенствования. И у него тоже есть свое чудесное число. Потом у нас идет цель созидания. Созидание, но это третий кон. В действительности созидатели, создатели, но это боги, понятно. И люди, которые достигли третьего кона, они создатели, созидатели. Вот, а если четвертый кон, вот четвертый кон – это творчество. А вот пятый кон – это преображение, превращение. То есть это все вот эти вещи, которые сегодня у нас вообще не признаются. Вот там же чин у нас сатир, но сатиры сейчас говорят черти. Нет, это шестой кон. И там была гармония, цель гармония. Дальше у нас идет, какая бы невероятная она ни была, но седьмой кон позволяет это сделать. Восьмой кон. Там Веста, господарь Веста. У нас, значит, все наши господари находятся на наших руках, на 10 пальцах. То раз, ра, да. Дей, два, три, три кон или даже бог. Сварог, четыре, да, четвертый кон. Пятый кон пан, шестой кон сест. Вот, кстати, это как бы египетский бог, и он очень хороший. Но это не так. Семиш, семь число. Веста, восемь. И дев, девять. Ну, и есть еще дисана, но она относится уже к следующему кругу. Вот этих всего богов, да, у нас в первых трех конах по 24 бога. В четвертом коне 11 богов, в пятом 9. И он же тот, который вот достиг одновременно в трех лицах. То есть человек, господарь и бог в одном лице. Это, и у них были разные цели. То есть первая цель у нас у господаря была бессмертие. Во втором коне дый. Дьяконы, которые, то есть те, которые учатся, находятся во втором коне, не дьяконы. У нас есть такое сейчас должность. Вот это совершенствование. Третий кон у нас созидание, цель, процессуальная цель, то есть недостижимая, по ней все время надо идти. Четвертый кон это четыре свар или кварта. Вот, сваркон, тот, который в четвертом коне. Пятый кон пан, и у нас сваркон – это творчество, а панкон – это преображение, превращение. И у нас ведь преображение не только наше. Вот самое интересное, все же имеет свои меры, мы сейчас об этом поговорим. Вот, все абсолютно. Если вы меры меняете вещи, она может превратиться во что угодно. В сказках у нас описано. И в дерево человек мог превратиться, и в печку, и во что хочешь. Потому что менял меры, мог менять меры. Вот. Седьмой, значит, семиш Веста у нас. Седьмой семиш – это у нас все достигаемость. Цель.
это больше, чем созидание. Это можно достичь любую цель, какую только можешь поставить перед собой. Восьмой – это все постигаемость. Восьмой кон – цель все постигаемость. И девятый – это единение. Единение со всем сущим. Но это вот как раз принцип «все во всем». Достигаем его. Каждое прохождение этого кона давало чин. Вот ангелы, да. Вот раконы у нас были короли. Первый кон. Вот. Ну, сейчас у нас король, понятно, что это тот, который управляет там чем-то. В первом коне это управление собой, прежде всего, своим режимом дня, для того, чтобы достичь цикла. Вот ракон, это, значит, король, диакон, это, ну, сейчас как бы ангел, но вообще-то демон. Вот, или крестьяне, или ангелы. У них несколько, потому что... Почему по несколько? У нас потому что ведь была гражданская война, и, в общем-то, делились. Они по-разному называли одно и то же. Вот три кон – это у нас богатыри. Чин, когда проходит, третий кон прошел. Богатырь. То есть у него 72 бога. Богом он уже больше, чем там один бог. У него 72 функции. Могут быть реализованы. Вот кварк-кон – это творчество, и это уже витязь, витязь. Пан-кон – это и паны были. И у нас вот для того, чтобы мочь, а там преображение – цель, преображение, превращение. И для того, чтобы достичь этого уровня, нужно уже тогда было выступать против захватчиков. У нас сохранилось выражение «или пан, или пропал». Так это, если ты не достиг пятого уровня, ну, ты пропадешь. Ну, вот, и есть, значит, техника льза, так называемая, когда мы достигаем возможности следующего кона, но не переходим в него, и мы не являемся там в пятом коне там, или во втором коне. Но возможности имеем с помощью техники льза. Это значит, говорит о том, что эти достижения, они не долговечные, они уйдут. Но они будут использованы при технике льза. А техника льза – это вот откуда слово «польза», да? Откуда техника «лаз» и слово «лаз». То есть можно пролезть к этим возможностям. Вот. Ну, пан, да, вот сиест, это у нас сатиры. Кто получил? Ну, сейчас сатиры их рисуют чертями, да, ну, для того, чтобы пугать народ. Но сатиры – это сатиры, это люди. А вот косоги, да, они выглядят как черти, так с них вот рисуют, а называют сатирами. И вот семиры, у нас были эмиры, но это семиры в реальности, потому что уже в честь... Наш Семиш, Семен, владел коном Семиш, и он, кто проходил его, они все достигаемость достигали. Восьмой – это все постигаемость, Веста командовала, и они были визир. Ну, сейчас тоже визир у нас есть, да, якобы там в арабских странах. Были визиры, ну, тоже свист художественный. Ну, и девы, вот как раз дев. Он господарь, бог и человек в одном лице. Дальше вот десана была. Десана – это уже следующий круг. У нас получалось-то 108, да, потому что 24, 24, 24 бога, потом 11, 9, 7, 5, 3, 1. В сумме 108. Но был еще там 109-й, ну, так называемый. Откуда слово «нет»? Это абсолютное ничто. Вот оно наблюдается. Его люди иногда наблюдают. Это абсолютное ничто. Они его называют «бездна». А «бездна» – это значит
ни дна, ни покрышки, по-другому, да. Вот открыл человек дверь, а там ничего нет, там бездна. А был двор, а вот не стало. Его еще называют межмирьем. В межмирье можно попасть. Мы об этом потом поговорим подробнее, потому что это все на вычислениях, все на углах основано. Вот. Это все на арифметике, на математике, которую мы не любим, как правило, да. Но через считать и считаем, что хорошо. А в реальности это все можно не просто считать, но и кое-что достигать из божественных вещей. Вот. Ну, я предупреждал и предупреждаю, что рассказывать про то, что у вас какие-то сдвиги, достижения или еще что-то, не нужно. Можно говорить только тем, у которых есть эти достижения тоже. Потому что ящик Пандоры не дремлет. Он может вас наказать. И вас, и тому, кому рассказали. Поэтому будьте аккуратнее с информацией. И, в принципе, в общем-то, всем управляют не только числа, но и меры. Меры – это тоже числа. Но вот пространственные меры – это, как правило, длина, там, ширина, высота. Но мы говорили, что там бывают и другие, там, и выезд, там, в дол, например, направление. Мы его уже не видим. Ашуя, Десная – тоже не видим. Одесная, извините. А это все разные направления в пространстве. У нас таких 9 направлений. Разных, значит, мерных миров видели 9 мерностей. У нас же не только смотреть, глядеть, видеть, бачить, дивиться, стрелять глазами, да. Стрелять ведь это ведь тоже ведь не это. Или сверлить. Тоже ведь это не с военной терминологии пришло, а именно с божественной. Со способов видения. Там мы смогли видеть и сквозь предметы, и будущее, и прошедшее. Ну, все могли видеть. И эти видения возникали, если человек продолжал спать в позе эмбриона. Находясь в позе эмбриона, он продолжает развиваться. Ну, то есть, когда он спит в позе эмбриона, сейчас вот человека заставь спать в этой позе, у него все текет. Он там долго не выдержит. А надо спать, и надо вообще находить, отдыхать в этой позе, потому что происходит дальнейшая эволюция человека. Раскрываются вот эти формы видения, эти глаза, которых у нас их было больше 10 глаз. У нас и центров много зрительных, которые непонятно, почему сейчас зрительные центры, а у нас всего лишь одни глаза. Ну, потому что мы могли видеть множество миров. Как и Будда, который видел 3000 миров. А Чангтон, он имел, это тибетский монах, имел 1000 глаз, которые позволяли ему вообще все видеть. 1000 глаз. Не миров глаз. А миров в реальности, в одной нашей точке, здесь же, бесконечное множество. Какие-то вот мы можем видеть, но нам ее ничего не видим. И вот у каждого, вот этого 10 у нас пантеонов, у каждого пантеона было свое чудесное число. Но сейчас одно только чудесное. Вот 1,618, это как бы считается самое первое. Вот. А вот второго кона, и оно связано с бессмертием реально, да. А вот у второго кона у него 1,465. Вот эти числа получаются из формулы x степени n минус x степени n минус 1. Вот я вам показываю эту формулу, где x это какое-то чудесное число, а n это степень. Равное как раз порядку номеру Бога. Ну и мы находим из этого уравнения, к
чему равно x. Это и есть чудесное число. А у нас эта формула, она тоже приведена, но там вот n, вот это вот n, минус 1, да, вот у них вот этого нет, современной формулы чудесных чисел. Она выводится через ряды. Ну, вы помните, ряд Фибоначчи, так называемый. Но это реальность, это ряд Яви. Но это когда сумма предыдущих чисел равна следующему числу и так далее. Но сначала идет 0, 1, потом снова идет 1, третье число, четвертое идет 2, 3, 5, 8, 13. 21, 34, это все суммы идут. Это, вот это ряд Яви. А когда ты берешь 0, 1, потом снова 1, и у тебя не первые два числа складываются, а первое, третье, и потом первое, четвертое, пятое, и там получается вот эта формула. Вот правильная формула – это вот это. И вот у нас во втором коне в совершенствовании так чудесное число равно 1,465. Если вы хотите совершенствоваться, ну, или быть бессмертным, вы должны эту меру использовать, ну, это число использовать по максимуму. Это и должно звучать и находиться и в мерах нашей одежды, в пошиве нашей одежды, в утвари, в мебели, на участке, в строительстве дома, везде, чтобы это число на вас воздействовало. Вот вы знаете, что есть ковровые дорожки, и там всегда есть линии. Так вот, эти линии, они были связаны с тем, как мы идем. Вот если мы идем от стены, да, в коридор, по коридору идем, вот есть линия, которая как раз это пространство коридора, его ширину делит на чудесное число. И поэтому мы идем, мы вызываем у себя вот эти божественные энергии. Потому что на нас воздействует поле формы, а это стенки, они же форму имеют. А мы еще идем, как подобает Богу бессмертному. Чудесные числа обладают уникальными свойствами. Например, если мы единицу разделим на 1,618, мы получим 0,618. А возведете в квадрат, получите 2,618. И вот эти чудесные числа, ну, там немножко по-другому, но неважно, кто захочет изучить их свойства, может поизучать. Вот. Для третьего, где созидание, у него число 1,380. Все это можно поместить в одежде через свои меры, естественно. У нас все имеет свои меры. А вот наши возможности, способности, всевозможные функции, они определяются исключительно нашими мерами. Ну, что такое мера? Ну, вот пространственная мера, да? Да, это мера. У нас сажень, которая равна расстоянию от копчика до макушки. Сажень, потому что мы сидим. Косая сажень – это размер позвоночника, причем прямая линия позвоночника. Вот. Аршин – это ширина наших плеч. Аршин переставить, если получается ширина. В аршинах мерили действительности ширину. То в сажениях мерили высоту. Вот плечо – это размер, это от локтя, да? Да, вот ямочки, которые вот здесь можете нащупать у себя. Локти, у нас два локтя, есть лучевая кость, есть радиальная. Поэтому у нас две меры, как бы одна мужская, другая женская. Причем женская больше, чем мужская. Ладонь, ну это тоже от пястья до самого длинного пальца. Пальцы, у нас их 10. Вот, каждый палец был ответственен за свое тело. Ну и были еще дюймы. Дюймы – это две фаланги. И вершки – это одна фаланга. А дело в том, что двигающиеся миры работают и создают излучение. Вот это излучение волн нашими движениями
рождает ответное излучение. В радиофизике есть такой парадокс. Если есть излучение, ну, какое-то радиоизлучение, и там поставить, если много приемников, да, то в конце концов количество приемников и принятой информации и энергии будет больше, чем само излучающее станция. Потому что, как говорил Спиноза, движение есть причина самого себя. Если мы возьмем абсолютно твердые шары, бильярдные, и будем ударять их друг от друга, они будут вечно так вот колебаться, но если они подвешены. Вот. И рождать тепло. То есть движение, оно рождает энергию. У нас вот почему те, кто двигаются обычно, есть не хотят. А Галина Шаталова показала, что марафонцы после марафонов вес увеличивается. То, что движение рождало движение. Они насыщались этой энергией. Энергия переходила у нас в вес. Нам сегодня не дадут явно. У меня, конечно, еще есть что рассказать. Ну, давайте вот еще быстро. Совершенство – это 1,465. Созидание – 1,380. Творчество – 1,324. Метаморфоза – это 1,285. Гармония – 1,235. Все достигаемость – это 1,232. Все постигаемость – это 1,213. Единение – это 1,197. И вот интересно, что, допустим, у нас вот яйцо-курица, да, у него два диаметра вот этих, горизонтальные и вертикальные, если их сравнить между собой. Отношение их диаметров – 1,618. А у страуса это отношение равно 1,465. То есть это совершенствование страуса. Но он как раз разучился летать, потому что давление упало. Как и пингвины перестали летать. Они же все летали раньше. И птица рух, которая коров там таскала, тоже вынуждена была исчезнуть, потому что ну, много не набегаешь, убьют. А летать нельзя, давление маленькое. И самое интересное, что у человека вот это отношение яйцеклетки – горизонтальный и вертикальный диаметр составляет 1,07. А это для числа 40. А число 40 – это число царя. Потому что у нас, смотрите, 20, 30. Но мы не говорим 40, мы говорим 40. Цар, потому что число царя. Дальше идет 50, 60, 70 и так далее. То есть мы происходим от царей. Наши предки – были повелителями вселенных. А сейчас мы ответим на ваши вопросы. Моей дочери пришло сообщение, в Сибири на плато Путорана глубоко под землей были построены специальные хранилища, если верить преданиям, целые подземные города, куда ариане, гипербореи с опасных территорий эвакуировали часть населения и перенесли все ценное в подземные схроны. Были опущены их культурные ценности, а также артефакты, хранящие высшие знания о мироздании. В подземном хранилище ариане русы укрыли великую весту, свод ведического знания всех предшествующих земных цивилизаций. Эта информация правдивая. Что вы скажете по этому поводу? Туда организовывают тур. Ну, вполне может быть, у нас же много подземных городов, у нас 7 этажей было, Тартары, которые населены были разными, в общем-то, людьми. Вот, и это только верхняя, так сказать, кора, а нижняя кора, там были города Аида, их целых 18 было. Ну, и они, в принципе, остались. Но сейчас вот у нас туннели там сделаны. Туннели же у нас под каждый город крупный сделан. Подкопы как раз Римской империи, что в случае войны у них всегда есть возможность выйти внутри города и перерезать всех
сопротивляющихся. Ну, как было во время Вальпургиевой ночи, Варфоломеевской ночи. Там, ну, много было, мы только знаем немного. А у нас почти каждый поход римский, крестовый, да, ну, сопровождался вырезанием городов таким вот способом. Имеем ли мы возможность и знания сегодня самостоятельно выращивать кристаллы нужной формы, например, кварц, халцедон и так далее? Благодарю. Да можете, конечно. Возьмите только с подложкой, ну и положите. Просто это долго будет, но будет все равно. Вот, а потом у нас ведь... Вот наша архитектура почему не сохранилась? Потому что у нас архитектура была самостроящаяся. То есть у нас были вот эти хрустальные дворцы, вот, а они у нас возникали именно благодаря тому, что они росли сами. Мы их практически все разрушили на сегодняшний день. Вот вся вот эта архитектура, которая у нас имеет место быть, это и готская, и антовская, ну, античная, так называемая, да, вот это и барокко, и все. Но это все не наше. Нам хоть и говорят, что там какие-то, ну, когда расстрели, там все прочее, вроде как там Италия, там или еще что-то, могли быть и наши они, да. Но уже метисы. И как быть с богами, час которых выпадает на ночные часы? Получается, что их не приветствуем? Нет, вы можете в зеркальные часы их приветствовать. Откуда появилась Мария Мнишек, ее корни? Но она супруга Лжедмитрия I, да, или Балтасара, его настоящее имя, Балтасар. Вот, ну и когда его убили, да, она стала женой его брата, Лжедмитрия II, который, и он известен как Равена. Равена, ну или просто Вена. А по некоторым источникам он просто Венотырь. Но это одно и то же, в принципе, все. У него была сестра Елена Прекрасная. Это супруга как раз Венотырь, которую похитили. Похитили, и она 20 лет находилась в рабстве у песеголовцев. Ее так и не освободили, она бежала. Сама бежала, ее убили. Поскольку она Елена, да, вот она как бы мстит мужчинам за то, что она провела 20 лет в рабстве. И у нас в годы советской власти, да и не только, в КГБ, если жена Лена, КГБ не брали. Вот потому что Лена, она портит жизнь и здоровье мужчинам. Ну, это я не думаю, что это обязательно так, но такое было положение. Как понять, какой сейчас период буквы Бога? У нас каждое первое число – это покров нового Бога. То есть он покровительствовать начинает. Является лицом каким-то Атлантиды или еще каким-то. Ну, вообще, жрец – это вообще общее название вообще всех священнослужителей, жрец. Это первая ступенька, потому что у нас были степени, да, вот жрец, херц, ферц. Это все названия жрецов разных ступеней. Они ступени, они уходят в бесконечность. Вот. Ну, это вот как солдат, сержант, офицер, там, лейтенант, майор и так далее. Все солдаты по первому названию, званию называют. Точно так же, как и жрец. Возрождается родовое право. Будут ли возрождены в обществе ведические знания? Тривия. Посмотрим. Видите, прогноз, как правило, делается для того, чтобы он не сбылся. Вот. Ну, там, конечно, сложнее ситуация, это долго разбирать надо. Но, в принципе, специально делаются прогнозы. Нас даже сейчас преследовать начали таких людей в нашем обществе сегодня, которые начинают там прогнозировать процветание России или еще что-то. Да,
может не сбыться. Не совсем понимаю, в учении живой этики сказано, что Иисус – дух дальних миров, и ни разу не сказано про воина. Почему такое несоответствие? Так они сами возникли тогда. Сам был это ведь не совсем наша структура. Вообще все, кто сейчас вот находится во внутренней земле, они же все подписали договора, чтобы нам не помогать. Понятно, с чего они будут нам все рассказывать. Потому что история – это сила. Правдивая история. Потому что это корень, а корень дает всегда сок, питательное растение. Ну или общество в данном случае. Как жрецы искали себе невест во времена рая на земле, как узнавали друг друга родные души в те времена, чтобы соединить свои судьбы. Но когда у нас было внедрено перевоплощение, там же мы рождались у тех же родителей, с теми же братьями и сестрами, но все то же самое было. Повторяли снова жизнь. И поэтому к нам приходила жена, ну, из той жизни та же самая девочка. Точно так же им приходили мужья, тоже из той же жизни. У нас сейчас вот сохранилось явление, так называемая любовь с первого взгляда. Она определяется не тем, что увидели и почему-то влюбились. Нет, у вас частоты одни. Когда частота одна, да, мы притягиваемся к этому человеку. И человек притягивается к нам. Поэтому любовь с первого взгляда. И все повторялось. В понедельник вы рассказывали о захоронениях и о том, что человек просыпался. 11 декабря у меня умер папа. Ему было 83 года, и его не скрывали. Получается, что мы его обрекли на муки. Не могу найти себе места после осознания, что сделали. Вопрос, сколько надо человеку на то, чтобы проснуться. Видел вас не как живого. Не означало ли это, что он мог проснуться? Да вполне может быть, что и проснулся уже. Но сейчас, пока холодно, он вряд ли проснется. Ну а вообще, летом следует ожидать таких вещей. Ведь неизвестно, у нас ведь есть отдых. Вот когда человек не дышит, он может не дышать несколько недель. Вот, есть спячка просто, но спячка она длится. Сезон целый, зиму, например. Вот. Но есть кома. Ну, кома там, понятно, врачи как бы они ее определяют, потому что там сердцебиение сохраняется, и дыхание в какой-то степени присутствует. Вот. Но человек просто сознания нет. А названий много. У смерти названий много. То, что мы считаем сейчас смертью, хотя и нет. Ко мне в окно прилетел черный ворон. Парил несколько секунд. Мы смотрели друг на друга, потом он улетел. Это совпадение или что это значит? Ну, это плохой знак. Но он предупреждает, что у вас какая-то есть опасность, от которой надо избавиться. Иначе плохо все кончится. Может, здоровье. Может, кто-то на вас что-то там затаил. Но не важно что, тем более ворон. Во времена древнего православия были певцы, поэты, музыканты и танцовщики. Скорее всего, они были не такие, как сейчас. Чем они отличались от современных деятелей искусства в плане пользы для общества? Существовали ли поэты, маги, способы лечить и гармонизировать своими голосами, а также содержание своих произведений, души своих поклонников? Но вы правы, да, они были, но это было все по-другому. Поэты – это была высшая вообще каста, но это так, если можно сказать. Потому что поэты, они ценились выше, чем ученые, мудрецы, изобретатели, первооткрыватели и так далее. Потому что поэты создавали богов на них. Направляли, управляли именно с помощью поэзии. Вот у нас были
Олимпийские игры каждые 4 года. Каждую стадию у нас. Стадия 4 года была. Вот откуда слово студенты. 4 года студенты учились. Но сейчас сделали 5. В некоторых вузах, в некоторых 6. Некоторые даже 7 в медицинских вузах. Вот. Но вообще учились 4 года. У нас потому что была школа, гимназия, там, семинарии. Это все стадийные вот эти обучения. Но сейчас понятно, что это разделили там все, это было все одно. И вот поэзия, она покоилась на такой дисциплине, как терапия. Это как раз как писать стихи. Вот, что касается певцов, да, певцов, любой жрец, он должен быть певцом. Вот у нас вообще люди говорили раньше стихами, потому что стихи, они управляли стихиями. А у каждого бога своя стихия. И поэтому могли управлять богами. Но жрецы – это чисто жреческая информация. Ну, музыкантам, понятно, они помогали жрецам, поэтам излагать свои мысли, свои эти. Вот, и мотивы специальные были. Что касается танцев, ну, танцы были для того, чтобы накапливать потенциалы какие-то и достигать каких-то вершин в этих потенциалах. Мазурка, там, полька. Ну, их много было, коллективных танцев. Кто создал более 3000 богов? Почему такая силища не победила захватчиков, не защищает жрецов разумных? Боги тоже служат оккупантам. Но у них тоже есть боги. У нас же, смотрите, число боги, они везде. Во всех цивилизациях, во всех вселенных, во всех космосах число боги. Это одна из распространеннейших марок. Но там существуют и многие другие марки, которые, ну, например, нам... Ну, сейчас мы запахи вот не чувствуем, да? Да и не занимаемся, нам это не нужно. И у нас сразу блокируется развитие чувства запаха. Потому что некоторые детишки, они по запаху различают разных людей, они по запахам определяют, идет мама домой или не идет. Он передается, этот запах, на большие расстояния. Но наши боги, они служили антам в свое время, потому что они православие приняли, но они его сейчас изменили сильно достаточно. Помогает ли духовного роста использовать для жизни нумерологию? Ну, как вам сказать? Нумерология – это вот в том виде, в каком... Ну, я не знаю, может быть, сейчас что-то там другое было придумано. Но то, что было там, суммировать... Ну, там, допустим, 12, а вы суммируете 1, 2, получаете 3. Если там, допустим, 105, прибавляете 1 к 5, получаете 6 и так далее. А 6 это уже что-то там значит. Не знаю, стоит ли вообще заморачиваться по этому поводу. Потому что вот вы когда идете гадать там себе или что-то, вы себе программируете судьбу. Если вы поверили, ну все, у вас это произойдет обязательно. Поэтому лучше как бы та судьба, которая есть, те боги, которые у нас есть в нашем имени, вот они у нас и создают судьбу. Надо стараться, чтобы они не изменялись. У нас же все построено, чтобы человеку божественную судьбу не иметь. А надо, чтобы она была. Как поделить 24 часа на вежды, если человек родился в 17 часов? Но вот вежды – это 17 часов, это ни о чем вообще. Какой бог в 17 часов? Вообще, здесь, если вы говорите о 17 часов, это ночь. 17 часов. У нас ведь до сих пор говорят 1, 2, 3 часа. У нас не говорят 13, 14, 15. Потому что так было до революции. И после революции у нас все с 12 часов начинался день. И в гостиницах до сих пор осталось, что он с 12 часов начинается.
Но у нас сейчас сделали, чтобы он не начинался в 12 часов. Сейчас вот после того, как я выступал по этому поводу, стали делать, что в гостиницу можно въехать в любой час, да, и до этого часа у вас будут сутки. Так сделали. Это правильно, конечно, но зато они уничтожили, что в 12 часов в день начинается следующий. Если это число Хорса, ну, в данном случае 17 часов, да, если это, ну, как древнее православное время, 17 часов, ну, значит, 17 часов. Значит, вижу, у вас будет 24 часа разделить на 17. Если Вселенная – это живое существо, значит, у него есть чувства и характер, есть желание и цель развития. Как бы вы охарактеризовали свойства характера Вселенной в нескольких словах? В принципе, любая организация, она имеет, ну, свой разум, интеллект и все прочее. Если мы думаем, что мы вот живем на Земле, и мы очень умные, и умнее Земли, например, то мы заблуждаемся и очень сильно, потому что мы часть Земли, а часть она не может быть умнее, сильнее и так далее целого. Целое – это Земля, элементом, в который входим и мы. Земля – разумное существо, и оно божественно. Вселенная – тоже разумное существо, и оно тоже божественно. Вот мы начали с вами сегодня говорить о мерах, как их использовать, да, но только говорили о своих мерах. А в общем-то мы можем использовать меры космоса, Вселенной, галактики, наших планет. Можем использовать меры. Понятно, они гигантские. Но отношение нашей планеты, например, Земли к Венере или Меркурию или Луне, они конкретны. И мы можем использовать эти меры в своей жизни, в своих мессах. Ну, месса – это неправильно, литургиях. Месса – это католическая, в принципе, фразеология. Откуда пришел символ пятиконечной звезды? На символах СССР, например, Ленина портрет был в октябрьской звездочке. Звезда – это вообще правильное ее название, оберега Пентакль. И Пентакль, он, если в круге, это как раз символ жизни, жизненности. А Ленина хотели подольше сохранить. И поэтому, в общем-то, звездочку носили детишки. У Соединенных Штатов сейчас тоже звезда. И они, у них везде звезды. Дает им жизненность. Правильно выбранный символ – залог жизненности, успеха. У нас, к сожалению, все знания о символах не исчезли. Символика сейчас кто только не занимается. И кто во что горазд, и интерпретации, ну, самые невероятные бывают. А все, в принципе, связано с богами. Если хотим правильно интерпретировать, надо знать божественную систему. Рад приветствовать. С какого возраста детям можно начинать заниматься у вас, конечно? Да, в принципе, возраст не играет роли. Видите, некоторые детишки, они намного способнее и умнее многих взрослых. Хотя им там 3-5 лет. Но перед их мудростью снимаешь шляпу. По истории становится все более-менее понятна хронология событий. Остались вопросы, что было, например, в первом или втором веке, а что было до первого века. То есть вся история до того, как нас захватили. Так нас захватили в 16 веке. Первый век. Ну, у нас, видите, отличие на 5502 года. 5502 года прибавляйте к текущему году, вы получите то начало новой эры.
Вот она получается на 7000. Ну, 502 прибавьте еще. 526, да. В то время, 7000 лет назад, был еще и рай. Ну, и была эпоха рая. Сыну подруги 27 лет, 20 лет начались приступы эпилепсии. Внезапно выключается и падает. Что это значит? На энергетическом уровне программа самоуничтожения включена? Да нет. Скорее всего, был удар по голове, приведший к сдвигу мозга. У нас, когда мозг сдвигается, ну, вот старинный способ лечения подучий, да, но сейчас эпилепсия называется, это берут, значит, вот меряют от центра. Вот здесь рисуют ручкой шариковой, чернилами прошлым, и меряют расстояние до верхних вершин ушей. Если они разные, но не всегда разные, если человек падал. Ну, например, вот здесь вот короткая, а здесь длинная. Значит, берете полотенце, завязываете, берете узел и бьете по этой стороне в большую сторону. Если у вас уши вот так вот расположены, да, ставьте уровень и смотрите, ну, опять какое расстояние. Делаете завязку, теперь уже не вокруг головы, а вокруг вот так вот. Челюсть попадает тоже в эту. Берете кулак, берете полотенце в кулак. И вот у вас это выше, да? Вот, вам надо бить в эту сторону, опускать и снова мерить. Ну, а если вот в этой плоскости у вас изменения, да, ну, тут не померяешь, тут надо знать, спрашивать, как он, ну, допустим, упал на затылок, да, затылком ударился, у него мозг ушел сюда. Вам надо опять делать завязку, бить снизу теперь, угонять туда мозг. Это надо спрашивать. И потом смотреть, мозг, если уже давно было это, мозг привыкает к этому положению. И может болеть голова начать, когда вы ставите его на место. Там же прижимаются сосуды, и поэтому нехватка питания приводит к подучей. А вы сейчас все ставите на место, там они опять где-то расслабились, да, где-то опять натянулись. Вот опять. Но когда оно стоит на место, встанет на место, подучие, как правило, проходит. Но поскольку мозг имеет тенденцию возвращаться тому, что стало. Ну, поэтому надо несколько раз так повторить. На последнем видео на Ютубе вы сказали, что закрыли доступ людям, кто читает молитву Треву, и просили, и просит попасть в Галактическую конфедерацию. Если мы только с этим потоком обучения узнали об этом, у нас это тоже распространяется, или мы можем еще попасть к вам? Ну, на жрецов это не распространяется. Жрецы по определению разумные. Поэтому вы уже автоматически являетесь членами ВОК. Ну и те, которые просятся к лебединцам. Лебединцы пока об этом ничего не говорят. Как вы думаете, почему вырождаются семейные отношения? Все мои знакомые развелись. Мужчины стали агрессивными. И многие просто ненавидят женщин. То есть у нас неравенство полов. Но здесь же пропаганда играет большую роль. Вот. У нас ведь женщина вообще не заведена. Вот по сравнению с 19 веком, ну, какие бы и романтические отношения, и отношения к женщине, как к богине. Вот сейчас же это все ушло. Сейчас только даже по названиям женщин, там тёлка, мочалка, ну, я все даже эти гадкие выражения перечислять не хочу, но они ведь свидетельствуют о том, что может родить тёлка. Понятно, что женщину программируют. Так она телёнка и может родить только. Как понять, инопланетяне заинтересованы в основном почти все с ваших слов в логосе и так далее. Почему вообще какая-то часть из них должны помогать нам
Стоит ли вообще надеяться на их помощь? И еще, может, я что-то не понимаю, но слушая вас, понимаю, что все плохо. Как же позитивное мышление? Как нам самим помочь? И почему внутри планеты наши боги сидят и ничего не делают? Так они, наши боги, они не в середине планеты. Там параллельные цивилизации, ну, которые возомнили себя богами, может быть, да. Но я не думаю, что все. Вот, но то, что они выше нас, понятно. И что у них возможности больше, понятно. То, что у них традиции соблюдены, старые, сохранены и соблюдены. У нас же их нет. Понятно, что на то, что гораст. Если вдруг прилетят к орионцам, нельзя. А, к орионцам идти нельзя. А что насчет тех, кто Сириус, это друзья? Да и Сириус тоже не фонтан. У нас дело в том, что Сириус ходит, это большой пес созвездия. Вот. Ну и малый пес, тоже ничего хорошего. Но дело в том, что вообще Земля входит в Орион. Мы так называемый рукав Ориона в галактике нашей. И мы представлены там песеглавцами, которые тут нас руководят. Ну, то есть римлянами. Но мы вот в ихней федерации там представлены. Вот. У нас некоторых людей забирают там на разные федерации. Вот, ну, для того, чтобы они были в курсе, что делается вообще в галактике нашей. Но, в принципе, они ничего не решают. Не укладывается в голове, если мы такие могущественные были, почему оказались такой же. И если есть живые боги на нашей планете, столь могущественные, почему отдают нас на растерзание и в прямом смысле. Ну, дело в том, что Бог – это всего лишь третий кон. Это не Бог весь какая, какие достижения. Я же говорил, вернее, вспоминал, что или пан, или пропал. То есть, если вы уровня пана не достигнете, ну, пропадете. А пан выше Бога. Так что они не очень могущественные. Инопланетяне, которые прилетают для спасения людей, как отличить правильных от неправильных, они все выглядят, как мы. И орионцы могут врать. Вы говорили, что нужно лететь там, где солнце, как наше. Что вы имели в виду? Благодарю. Видите, какая ситуация. Они, конечно, могут обмануть. Особенно это касается Ориона. Но дело в том, что мы-то все равно знаем, кто они. Нас мозг может не знать. В смысле, до него не доходит эта информация просто. Но наше тело это знает. Если вы делаете маятник, с помощью индимоторных актов вы можете для себя определить, это те инопланетяне или не те. То есть у нас маятник говорит «да» или «нет». Расскажите, пожалуйста, что значит пройти первый кон, пройти второй кон, как их проходят. Ну, у нас кон, первый кон, да и второй, и третий, длятся по 96 лет. Ну и вообще все остальные тоже длятся 96. Откуда эта цифра берется? Дело в том, что у нас есть временные периоды, стадия 4 года и ранг 24 года. И у нас в кон входят 4 ранга. Ну, 24 умножить на 4, получится 96. И у нас ранги встречаются, вот капитан первого ранга, второго. Почему первого ранга? Ну, потому что он как бы самый высокий. У нас, если вы за один ранг проходите кон, да, вы первого ранга. Но есть и четвертый ранг в некоторых армиях. У нас в армии тоже осталось только 3 ранга. Но в европейских есть 4 ранга. То есть о конах известно. Ну, вот они длятся 96 лет. Пройдя вот первый кон, 96, когда лет пройдет, переходите во второй, там тоже 96 лет. Но вы можете пройти за один ранг
А можете пройти за 96, а можете даже за 120 лет. Я люблю читать и приводить старинные рукописи. В одной из них написано, что лемурицы прилетели с Парсефоны. Они были огромные, шестипалые и очень высокоразвитые. То есть многие прилетали с других планет и пытались тут жить на Земле. Но я не знаю, что за старинная такая рукопись. Вообще о лемурицах стало известно, но это буквально недавно. Откуда там старинные рукописи? О них вообще нигде ничего нету. Понятно, что вы какой-то новодел читаете. Как вы относитесь к трудам Елены Блаватской? «Тайная доктрина», «Разоблаченная Зида», «Истинная или информация содержится в ее трудах?» Конечно, истинная. Ее Елену Блаватскую переделывали очень сильно. Она уже была запрещена в годы советской власти. А ее теперь растиражировали. Растиражировали, потому что текст ее поменен очень сильно. Когда было такое общество в Риге в свое время, антропософы. Но мы с ними были связаны и с эриховскими движениями, центральными, я имею в виду, и Москва, там, и Питер, и та же Рига. В Риге там наиболее продвинутый народ, они же, их не коснулось вырезание, которое было в России до войны. После войны их начали шерстить, но уже не так рьяно, как шерстение шло до войны. И у них была Блаватская. Она была напечатана на машинке, сфотографирована, и такую Блаватскую «Тайную доктрину» мне привезли почитать. Читать, фотографировать было невозможно. Я ее прочитал, но мне сколько-то там не давали, и я ее прочел. А потом, когда я уже читал ее изданную, я что-то смотрю, не то все. И я понял, что она очень хорошо отредактирована. Она не соответствует той Блаватской, которая была в годы жизни самой Блаватской издана. Она же, ее когда опустили, обвинили в подтасовках и все прочее, это был специально проделанный трюк. Потом это все вскрылось, вскрылось, когда она умерла. А она, в принципе, осталась жить только потому, что ей надо было эту «Тайную доктрину», «Разоблаченную Зиду» надо написать. Но написала, понятно, и умерла в скорости. А уже в наше время даже год Блаватской сделали. Потому что это в действительности великая посвященная. И она, сейчас говорят оккультизм, но его специально называют оккультизмом, чтобы с ним бороться. А вообще это все тривия. Тривия – это все наши старые знания. Вы были знакомы с Сергеем Салем? Что думаете о его трудах? А почему был? Он что, умер, что ли? Он же живой. Я знаком только по его видокам. Он интересный человек, мыслящий. Это главное. Сейчас много практик по воссоединению с родом. Необходимо ли это всем, кто проснулся? Слышал информацию, что родов землян всего 60. Как воссоединение с родом влияет на путь развития? У нас, видите, есть рода, а есть кланы. Родов, 60. Потому что все, кто родился в одну шестницу, у нас раньше шестницы были, до революции мы жили по шестницам. Нам-то рассказывают сейчас, что это средние века отменено. Это как очередной свист. Есть просто постановление совнаркома. 5 дней работаем, 1 день отдыхаем. А потом второе есть постановление. 6 дней работаем, 1 день отдыхаем. То есть первая была шестидневки, которая была, а вторая уже семидневки. У нас родовые книги уничтожались. Но не клановые, и потом племенные книги тоже уничтожались. А кланы – это породоначальник урода.
ну, вашего рода. Клан – это когда вы кровно-родственно связаны. А род – это временная связь. Все, кто родился в одну жизницу, у них судьбы похожие, характеры похожие, способности и все остальные вещи тоже все похоже. Привычки там, ну, все один к одному. Поэтому они родственники, поэтому у них один род. Ну, вот отсюда вот идут понятия. Крестная мать, крестный отец. Сейчас ведь непонятно, что за крестный. А крестная мать – это та, если, допустим, вы должны вытащить человека с того света, ну, только там узкий период, в который можно его вытаскивать. А в этот момент женщина не может почему-то забеременеть, или она болеет, или у нее там циклы не спадают. Вот, ну, все. Человек может не воплотиться, а следующие 24 года, чтобы все то же самое было. Вот, он опять останется на том свете. Поэтому была крестная мать. То есть эта женщина, может, из соседнего рода, может быть, из соседнего клана, которая берет на себя функции матери, этой души, которая была у этой матери. Ну, у него две мамы, получается. Почему нам навязали шампанское пить на Новый год? Почему нам это навязывать? Ну, не только шампанское, там чего нам только не навязывают. У нас ведь все алкогольные напитки, которые сейчас алкогольные, это были напитки, обладающие какой-то божественностью или передающие какую-то божественность человеку. Например, когор. Но он давал знания. Портвейн способствовал телепортации. Водка – это вообще название живой воды. Ну, там это можно перечислять и перечислять. Шампанское, в общем-то, ну, это по месту, где это шампанское производят. И они все, в общем-то, они были безалкогольные, эти вина. Вообще вина, да. Вот они делались алкогольными специально, чтобы людей, в общем-то, лишить разума. У нас, например, сбитень, да, ну, это из молока сделанное. Он на наших глазах, в принципе, стал алкогольным, он был безалкогольный. Какая цель 9-го и 10-го кона? Ну, 9-го кона – единство. А 10-й кон уже относился к следующему кругу. Надо спать в позе эмбриона на левой или правой стороне. Вообще поза эмбриона, она, как правило, вертикальная. То есть человек стоит на коленках и голову ложит на руки. Ну, то, что... Ну, или прямо на постель. Ну, и в направлении севера. Моя прабабушка во время Первой мировой войны просматривала информацию о своем муже, который был на войне. При помощи стакана с водой, на гранях стакана, она видела, где он и что с ним. Скажите, как назывались ее способности? Волжба или колдовство, или еще как-то? Да нет, это обычная практика. Вот у нас ведь говорят, выведу на чистую воду. Надо просто чистую воду знать, как ее добыть, как ее получить. Налить стакан и смотреть, там все можно видеть. Он не обязательно ограненный должен быть. Подскажите, есть система по всем, когда инициация проходили в соответствии с развитием центров энергетических? Насколько эта система истинна и что есть инициация в понимании древнего православия? Благодарю. Ну, инициация – это у нас от масонов идет. Ну, можно назвать инициацией, но это посвящение. Посвящение. То есть это вот что такое свяща, да? И посвящение. То есть освящение чего-то, что мы не знали. Вот. И там дается вот эта способность, возможность
получать знания, просвещаться. Очень прошу пояснить, как рассчитать одно из чудесных чисел относительно своей меры. То есть, чтобы связать свою меру и чудесное число, благодарю. Но есть такая вещь. То есть, вы можете меры, но это называлось очудесация. У нас потому что, я уже говорил, математических действий бесконечное множество. Была гармонизация, чудесация. Ну, их много названий. Вот. Ну, у нас сейчас есть сложение, там, суммирование, все одно. Сложение – это вообще деление на два. Потому что ну, и работа с площадями. Вот вы берете на свой платок, складываете в два раза. В реальности у вас площади стало в два раза меньше. Потом еще раз складываете, еще на два раза. Делите площадь. Получается в четыре раза меньше. И так далее. Как применять свои меры в быту, в одежде, в строительстве, в посуде? Там есть какие-то формулы, правила. Можно где-то подробнее узнать про это. Вот мы рассказали про меры. Умножайте на эти чудесные числа и получайте чудесное уже число, связанное с вашей мерой. Подскажите, если произойдет гибель планеты, то и подземные цивилизации тоже погибнут. Или у них есть шанс на спасение? Но я думаю, вот эту шумиху подняли. Созидательное общество подняло, да. Ну и ораторы тоже, я думаю, в курсе всего. Ну и будут какие-то меры приняты и подземными цивилизациями. Но если примут еще и те, кто нас курирует, то есть римляне, ну, могут и предотвратить. Но на это надеяться очень не стоит. Добрый вечер. Не получается зачать ребенка, говорят, надо делать эко. Что такое эко? Ну, это искусственное оплодотворение. В данный момент придерживаетесь сыроедного образа питания, как писали в своей книге? Нет, я 6 лет пробовал на сыроедении, но потом был такой переход, связан с очень неприятными событиями. Он был не совсем добровольный, но не сказать, что совсем уж вынужденный. Но было. Ну и потом до сих пор нахожусь в поиске. Вопрос, можно ли друг другу говорить, когда у кого-то проявляются какие-либо способности или не стоит. Да муж и жена, понятно, что можно. Муж и жена – это, в принципе, один человек. У нас же пол, да? Мужской, женский пол. А вместе мужчина, женщина – это целый человек. Не пол человека, а целый. Какой процент осознанных людей должно быть на Земле, чтобы нас признали разумными? Ну, хотя бы больше половины. Если нам в Библии навязывают конец света, значит, это не произойдет, раз это озвучивают. Ну, там 50-50. Тут, видите, я говорю, тут сложно озвучен прогноз. Он не сбывается. Но если все в него верят, он сбудется. Понимаете, какая ситуация? Большинство же, когда вот горится какой-то прогноз, не все в него верят. Поэтому возникает столкновение тех, кто верит, и тех, кто не верит. И поэтому он может вообще не произойти. Чем отличается душа от духа? Ну, душа – это шестое наше тонкое тело, а дух – седьмое. Они частотно различимы. Где можно приобрести электронные книги. Сейчас к нам с России книги не доходят. Но мы пытаемся прорваться на этот рынок, но нас блокируют. А вообще электронные книги, они же не контролируются. Я вот в своих книгах, если долго там не смотрю, да, смотрю потом, информация пропала. Причем там, допустим, они выхватывают какой-то кусок, да, ну, ценной информации и вставляют повторение какой-то другой информации.
Так вот, ну, я отслежу, конечно, я это все убираю. Но они-то вообще не убирают. Поэтому электронные книги, если вы их достанете, ну, вряд ли чего хорошего там можете прочесть. Световое тело можно себе создать через практику йоги или другую практику. К сожалению, в йоге, ну, то, что нам дают, много. Ну, это не просто туманная иллюзия, и причем вредная иллюзия. Вредная. Там, к примеру, ну, я уж молчу, там тантра-йога, которая Камасутрой представлена, да. Потому что тантра – это совсем другое. Я когда с тантриком говорил, вот он адекватный человек, вполне. Я ему начал критиковать ихнюю тантру. А он мне начал говорить то, что нам известно в православии. Ну и в йоге там, ну, та же медитация, да. Медитация – это же концентрированное размышление. Ну, где тут концентрированное размышление? На санскрите, если перевести. Тут просто обнуление от эмоций, от мыслей, от чувств, от всего. Световое тело создается по-другому. Любовь с первого взгляда – это совпадение частот душ. Но это да, это ваш прежний партнер по прошлой жизни. Если мумифицировать тело, душа не уходит на реинкарнацию? Нет. У нас же мумификация была введена для того, чтобы люди не перевоплощались, оставались на том свете как можно дольше. Вначале было слово, значит, это что самое сильное божественная марка – слово. Почему было именно слово? Ведь общались телепатически, сказали. С людьми, да, телепатически, а с богами словесное было общение. Вот. А то, что слово было мощным, да. У нас потому что каждый символ намаливался. Он же связан был с Богом. А вот, а поскольку там в слове несколько символов, то оно нескольких богов имело силу. Поэтому оно мощное, понятно. Россия определилась на возрождение Великой Империи Русь на естественный, природный, духовный путь развития. Какое ваше мнение про эту информацию? Ну, меня смущает слово «империя». Империя – это вообще невозможное. И империя – это подчинение. Ну, говорят, что Петр был царем, стал императором. Но это тоже свист. У нас императоров не было. У нас были цари. Потому что была Готия, да, которого возглавлял Петр Гот. Вот. И когда его поменяли, да, и причем не он возглавлял. Возглавлял конкретно, кого мы называем Иван Пятым. Иван Пятым – это как раз Иван Царевич. Иван Царевич, который потом стал Магометом по смерти. Ну, он, кстати говоря, обещал вернуться, и его сейчас хранят. Его вынесли из Кабы, вот, и спрятали хранители. Ну, высокий, 18 метров. Кабаная точь тоже большая. Но сейчас мусульмане не знают, что Каба – это мавзолей Магомета. Так вот, он был цесаревич Иван. Ну, он был цесаревичем, да, когда его поменяли, Петра, он стал императором. Но это был песеглаец. Ну, метис, понятно. Ну, он был песеглаец. У него, потому что уши были не как у нас, они были здесь вот, выше. Но об этом, кстати говоря, много рассказов существует, что это был Ванька Отрепьев там, что вот ему обрезали уши. Да у него просто они выше были. Это никакой не Ванька, это в действительности песеглаец вместо настоящего Петра приехал в Россию после этого великого посольства, да, приехал Петр, который не узнавал своих родственников, ни своих друзей, ни подданных, никого, который сразу казнил Софью, свою жену, якобы со словом монастырь
куда она не доехала. Ну и так далее. Император — это в действительности невозможный. Это подчиненное лицо, вассал. Как праздновали Масленицу наши предки? Да не, не праздновали. Масленица – это прорабатывание всех целей, достижений, которые будут в следующем году. А то, что там игры всякие, ну, у нас игрища, они были во время любой ярмарки. А ярмарки проходили в дни благоденствия. Это вот празднество было, да. А Масленица – это работа. Не могу понять понятие Бога, как можно создавать богов. Это живые, сознающие себя существа, обладающие душой, или это какие-то бездушные формы жизни, созданные для каких-то целей. Как тогда человек может стать бездушным богом? Да нет, у него есть душа. Да не душа, у многих живых существ есть. Но все животные, например, у них, у многих есть души. Люди же могут перевоплощаться в животных. Ну что, они без души, что ли? Нет. У нас ведь в последнее время вообще очень сильно интеллект животных повысился. Ну, вот по телевизору такие вот показывают фокусы. Ну, не фокусы, а события. Медведь лезет там в воду, в которой там нефть, и спасает ворону, которая, ну, попала в эту нефть, не может взлететь. Она, ну, в нефти вся. Промочила крылья, понятно, не может лететь. И там, допустим, эти еноты. Енот один, значит, перелез через забор, а обратно не может вылезти. Вот. И, ну, видимо, папа, мама, енот, да, они залезли на забор. Один держит за лапы, второй тот спустился, взял того енота. И этот папа, видимо, вытащил их обратно. Но это разве не разумное поведение? Как понять, какие боги есть нашим именем? Ну, сейчас святцы, да, и нам дают имена по святым мученикам. А у нас как назовешь корабль, так он и поплывет. Назовешь тебя мучеником. Ну, и будешь мучиться, как этот святой. А божественные имена, они задают божественную судьбу. Понятно, что нам делают препоны, чтобы не было божественной судьбы. Как вы относитесь к астралу? Выходите ли вы в астрал? Ну, раньше пользовался, конечно, этой практикой, но сейчас нет. Ну, раньше я как пользовался? Ну, я посещал библиотеки разные. Там библиотеку Конгресса США, самая демократическая библиотека. Там все книги на русском языке, старые книги. А в Ватикане там за тобой секут. Куда пошел, что смотришь? И преследуют обычно. Но сейчас мы этим не балуемся. Расскажите, для чего строили крепости звезды, каково их предназначение? Отвечал на этот вопрос уже. Звезды, они структурируют внутреннее строение клеток человека. Вот, и звезда обычно несет функцию. Она ее передает человеку. Божественная функция. Почему везде идет война именно с курением? И спокойно смотрят на алкоголь и наркотики. Даже на изменение пола. Кровь курящего человека не подходит для переливания крови. Не значит ли это, что захватчики, питающиеся нашим мясом и кровью, для них это вредно? Кровь курящих, алкоголь и наркотики подходят для них. Сейчас заметила, что если берут анализ крови, особенно у детей, берут очень много. Хотя для анализа и капли достаточно. Куда исчезает кровь и почему так рьяно борется с курением, а не с алкоголем и наркотиками? Ну, вы абсолютно правы. Вот людоеды, они говорят, что если человек курит, да, то приходится им вымачивать мясо, то, чтобы его съесть. Вот. А кто
кто не курит, понятно, что мясо можно не вымачивать. Подскажите, пожалуйста, как наши предки ели крупы? Они их варили, замачивали или перемалывали и разводили этот помол с водой? Но они все делали. Вот. Но варенье у нас пришло в конце 19 века, после вот этой пандемии холеры. Ну вот, когда стали все варить. А так ведь у нас сейчас вот твердые сорта остались только. А зимы их ведь не осталось. А зимы – это все мягкие сорта. Мягкий рис, мягкий овес, мягкая проса. Вот пшенка-то исчезла. У нас много исчезло видов. Вот, потому что у каждого бога был свой злак еще. Этих злаков было 108. Это только в первом круге. А так их было... Ну, сейчас 11 тысяч злаков по всему миру насчитывается видов. Это все были культурные растения. Тот же пырей, это тоже культурный злак. Из него очень вкусный хлеб получается. И он такой же по содержанию белка, как и амарант. Вот амаранты тоже. Но они еще в 19 веке жгли их посевы. Но же в основном это был амарант. Не пшеничная пшеница, она с глютеном. А глютен разъедает наш кишечник. А у нас она основная сейчас пища. С разъеденным кишечником, естественно. Но и сосудами тоже. Может ли жильцом стать женщина? Так они в основном остановились. Кто такие иерофанты? Хранители и вершители. Гончары. Кто они? Но иерофанты – это, в принципе, как правило, с ученичеством там связано. Вот хранители и вершители, это на злой колок, знают, кто такие хранители и вершители. Но насчет гончаров, у нас кончар в действительности. Сейчас гончар говорят. Вот чар и кона, они создавали определенные у нас способности. Это форма посуды. Прежде всего, этих кувшинов и так далее. Чар – это вообще отношение целых чисел. Что вы можете сказать про три тайны Фатимы и особенно третью тайну? Лапша на уши. Нашими завоевателями. Вы знаете, что они там говорили. Просто, видите, у завоевателей есть периоды, когда они ослабляются. У них сейчас в действительности проблемы. Во-первых, с Византией, она уже давно, эта проблема. Во-вторых, у них Римская и Ромейская империя, где песеглавцы и где песенаги. Песенаги – это рептилии, песеглавцы – это смеси, метисы между людьми и песенагами. И они, в общем-то, сейчас в ссоре. А когда они разъединены, у человечества есть шанс вырваться. И сейчас очень такой хороший шанс вырваться из этой зависимости. Поэтому третью тайну Фатимы, где якобы там Святая Россия и все прочее, они не озвучивают. Вернее, они озвучили там через пень-колоду. Мантры, мудрые, медли какую-то силу, конечно. Говорят, что все наоборот. Ангелы плохие, а демоны хорошие. Так оно и есть. Если человек прошел один кон и умер, что с ним происходит далее? С душой, личностью? В действительности у нас смерти нет. Нам это сейчас трудно понять, потому что мы очень верим в то, что человек смертен. Человек в действительности бессмертен. Сейчас мы идем в основном на гавах, после смерти. Как крестили в древности. Мы будем об этом говорить. Там были крестины, были родины. Это сейчас одно и то же, но это разные вещи. Потому что у нас была тризна, была кварзна, разна. Но сейчас их понятий нет, да и самих их тоже нет. Я новичок, смотрела вас на ютубе, две книги есть. Но безумно тянула вашу школу.
Я вот тут очень тепло на душе от всего, что вы говорите, и иногда слезы или мурашки от услышанного. Хочется вас слушать и слушать. Эта память дает о себе знать. Да, конечно, когда вот душа, как бы информация та, что была, она сразу просыпается, она откликается. Благодарю за возможность обучаться у вас и за ту информацию, которую вы даете. И ребенок в год и 3 месяца отравился арбузом. Плохо себя чувствовала, что пришлось вызывать скорую. Скорая ребенка приводили в чувство целый час. Маму с бабушкой ребенка не пускали, они стояли на улице все это время. Потом ребенка повезли в реанимацию. Маму также к ребенку не пускали 11 часов. Когда маму пустили, она увидела у ребенка на левой руке ниже локотка рану. Такое, как будто это срез размером 2,5 на 2 сантиметра. Срез глубокий, и это не ожог. Позже я консультировалась с разными специалистами, в том числе и с детским хирургом, который подтвердил, что это срез, а не ожог. Сама я имею медицинское образование, я акушерка, глубоко изучившая вопрос родового травматизма. И теперь встречаю малышей дома без акушерского пособия. В роддоме работать не смогла. Ну, в общем-то, спасибо за информацию. Созидательное общество, это, судя по их сайту, Анунаки. Кто это? Можно ли им доверять, или это какие-то манипуляции с целью получения гаваха? Ну, созидательное общество, если они говорят, что они Анунаки, но вообще правильно говорить Анунаги. Анунаги – это рептилии. Анты, они все-таки млекопитающие, то есть у них грудь, они кормят детишек своих молоком. Вот. А анунаги у них нет груди, потому что они тоже как бы обезьяны, но при этом они наги. Но они из той же системы, они же с Андромеды прибыли сюда. А Андромеды, андромедианцы, это очень большая галактика. Там 20 таких галактик, как наша. Поэтому, в общем-то, с ними пытались наши цари заигрывать. То есть Владимир женился на Анне, Антке. Вот Крестос женился на Марии Магдалине, Антке. Вот. Ну и у нас были смешанные браки, потому что у нас уже 80% обезьянья кровь, 80% людей, белого населения имеется в виду. Вы иногда ссылаетесь на Махабхарату. Как вы относитесь к этому произведению? Следует ли понимать Махабхараты буквально, или это какое-то иносказание, эзотерическое изложение каких-то знаний об окружающем мире? Ну, дело в том, что более правдивые истории, чем Махабхара, тем больше вы нигде и не найдете. Фортуна – наша богиня под другим названием. Карна. Понятие, что здоровый психический человек, в медицинской работе, хоть немного понимающий анатомию, физиологию женщины и ребенка, никогда не уложит женщину в родах на спину и не будет препятствовать рождению головки, удерживая ее 4 пальцами ладони. Когда рождающая матка сокращается с силой 20 килограммов на 1 квадратный сантиметр, а потом крутить и тянуть за голову, когда плечики малыша стоят в прямом размере таза матери. Детки могут погибнуть, могут как в родах, так и в течение еще года от непонятных причин, которые спишут на синдром внезапной детской смертности. Как вы считаете, для чего действительно требуется столь серьезная травматизация каждого человека, который рождается в роддоме? Имеет ли смысл схоронить плаценту на своей земле и сажать дерево? Но в старину у нас плаценту сушили, и потом мамы они давали малышу, когда он болеет или еще что-то. То есть кусочек отламывали,
размалывали его и давали ребенку. Ну и он выздоравливал. А то, что я крутит, да, ломает позвоночник, шейные позвонки, ДЦП. Об этом кто только не говорил, но вот сыны не там. Вот. Потом ведь видите, если женщина на корточках, так там сокращения идут, и ребенок просто выпадает на землю. Ну или на руки акушерки или повитухи. Как вы относитесь к информационной медицине, а именно к изобретению корректора функционального состояния Кольцова? Ну, это сейчас распространено, оно везде. Готовский тоже с этим баловался, пока его не грохнули. Потому что может действовать информация, а не сам паразит. А информация действует с такой же силой, как и паразит. Правильно ли я понимаю, что способность напрямую зависит от эмоций и чувств? Если нет ни чувств, ни эмоций, способности закрываются так тоже. Вы правы совершенно. Как вы относитесь к книгам Владимира Грея и посланиям героини Анастасии человечеству? Ну, нормально отношусь. Владимир Грея поднял большое такое движение анастасийцев. Правда, у них как-то не сформулированные оказались цели, кроме гектара. Даже это тоже, в принципе, молодец. Сожжение или погребение, что более оптимально для человека и почему? Как избежать сожжения или погребения неумершего человека, переставшего подавать признаки жизни? Но это проблема избежать. У нас тут товарищ пытался создать, у нас в пещерах, да, там где-то ну, плюс один, минус два, где-то вот в этом диапазоне держится температура. Ну, вот и он пытался, значит, в этих пещерах хранить. Раньше у нас вообще в пещерах вот, хоронили. Ну, вот находишь пещеры с этими мумиями, да. Есть пещера Пандоли. У нас вот Пандора, да, ящик, а тут Пандоли в Греции. Там стоит военная база американская. Вот наши ребята из Международного комитета ученых, международный, не тот, который у нас был, комитет ученых, комитет по науке и технике, который ликвидировали. А это уже общественная организация. Вот они поехали, их встречали на уровне правительства. И им показали эту пещеру. И вот там вот лежат все виды, ну, какие вот на старых иконах нарисованы. И песеглавцы, и ну, понятно, что и писинаги, и готы, и кентавры, торс человека, а круп лошади. Ну, там много всего. Вот они посмотрели в этой пещере. Понятно, что это только для избранных, для всех их. Тут они воют. А потом есть пещеры, где люди окаменевшие лежат. Но они окаменели сами. Причем, когда сами, получается мрамор. А когда их окаменевают с помощью такого оружия, как сушка, она описана в Махабхарате. Вот. У них только окаменевает поверхность, внутри пустота. И вот такая пустота вот у этих терракотовых фигур. Внутри у них труха. То есть тело сгнило внутри. Ничего не осталось. А поверхность твердая, как было окаменение, так осталось. Ну и вот когда они окаменели равномерно, там и органы все видны. Но он же бывает прозрачный мрамор. И то он все окаменевшее. И они могут ожить, когда туда человек входит. И начинать ему рассказывать. Но обычно там у людей нормальных крыша едет сразу. Не столько от того, что они увидели, что они все живые, сколько от того, что они такое рассказывают, что никак в голову не влазит. Как выглядят песеглавцы? Ну, зайдите в любую сейчас церковь, там есть икона святого Христофера. Ну, посмотрите.
Подскажите, пожалуйста, традиция на Новый год украшать елку, развешивать венки на еловых веток, украшения – это не наша традиция? И если нет, если наша истинная традиция украшать на Новый год 21 июня? Ну, конечно, не наша. У нас дело в том, что когда начинается День благоденствия, да, там могут нарядить дерево. Но это происходит каждый месяц. Но священные деревья, да, наряжали. Ну и сейчас вот священные деревья, где остались, там всякие эти завязки там и все прочее. Сейчас во всем мире и сейчас в России популярна процедура энкапсуляции плаценты, когда из собственной плаценты создается экстракт и принимается в течение послеродового периода, когда вероятность послеродовых депрессий и лактостазов очень высока. И я вижу, как женщины действительно очень хорошо восстанавливаются физически, не имеют депрессии, не бывает у них проблем с налаживанием грудного вскармливания. Еще мамы говорят, что эти настойки хорошо работают, когда малыши и мамы заболевают или когда режутся зубки, то есть инфективно укрепляет иммунитет. Ну вот я хочу подсказать, может быть, вы это не знаете, но знаете, другие, может, не знают. Вот раньше было такое понятие закрытия родовых путей. Там суть заключалась в том, что брали полотенце и таз крепко-крепко обвязывали, чтобы вот расхождение таза, ну, соединить. Потому что у многих, не у многих, у некоторых женщин, вот когда она раскрылась, она не может закрыться сама. Ну, потому что связки же их растягивают, а они сами-то хреново стягиваются обратно. Нужна большая сила. И вот когда так сделают, там, во-первых, кровотечение уходят, да, если они есть. И вот эти вот болезненные все вещи. Ну, после родов иногда болят. Так вот, тоже надо закрывать эти родовые пути. Так, спасибо за информацию. Коррелирует ли современное понятие автономии как-то с достижением конов? Были ли в реальной истории не едящие, не спящие, не дышащие автономы? Доступны ли такие способности человеку и человечеству? Есть необходимость к этому стремиться? Но такие факты сейчас есть, которые не едят, не пьют, не спят. Но вот сейчас вот еще появилась методика и не дышать. Почему, когда уходишь на сухое голодание, родные начинают беситься и всячески выводить на эмоции, провоцируя скандалы? Ну, разные частоты появляются. Интересуюсь кристаллами. Прочитала в вашей книге, что у богини Купала кристалл агат, но ведь вода голубая, значит, кристалл должен быть голубой. Я немного запуталась. Раньше бирюзу покупала и связывала с водой. У нас вообще камни все по знакам зодиака. Они отражают цвет созвездия, зодиакальные созвездия, имеют цвет, которые соответствуют и камню. У нас есть список еврейский, есть список арабских этих камней, индийский список и сборник Святослава. Ну, практически везде одно и то же. Небольшие отличия. Поэтому это взято из сборника Святослава. Поясните, пожалуйста, про ангелов и демонов подробнее, что значит демоны хорошие, почему. Но демон, даймон, назды, и даймон – это тот, который, в принципе, во втором коне совершенствуется. А ангел – это пришло, это от антов идет ангел. Какого цвета наше солнце? Иногда отливает фиолетовым цветом, благодарю. Оно было синим, а сейчас покрыто тонким слоем желтого цвета. Об этом и Блатска писала, и есть такой профессор Лингли, который, в общем-то, открыл, что солнце было синим. Моя бабушка очень много знала, как ее вызвать и спросить. Жаль, что я не узнала про ее жизни. Может ли она прийти и рассказать по ему запросу? Благодарю. Конечно, может. Филиппинцы, китайцы, кто они? Почему они сейчас стали
очень популярными. Но китайцы — это дальнейшая работа генетиков Римской империи по выведению вот как раз метисов, людей и песеглавцев. Китайцы там же, вот раньше там это место называлось инородцы. На старых картах это написано. Потому что китайцы, мы сейчас китайцами стали звать, но это инородцы в реальности. Синайцы или чина, они же себя чина или сина зовут. А синайцы — это сина, это псина. Ну, это один народ, что филиппинцы, что китайцы. Вирусов не существует? Да, конечно, нет. У нас это не вирус, а споры грибов. Правда ли, что существуют фабрики по производству роботов людей, которые запускают общество? Правда, у меня даже фотография была этих заводов. Ну, вернее, цехов, как людей производят. Как себя вести, если вдруг в лесу встретишь представителей других видов людей, анды, псеглавцы, гоблины и так далее? Попытаться вступить в контакт, ли это опасно? Да нет, не опасно. Не проявляйте только агрессии. Анты, они очень сильные. Они могут спокойно оторвать человеку голову, руку, ногу. Или вообще разорвать пополам. Такие описаны случаи. Саентология, стоит ли внимания это учение? В этом плане истины или там знания? Мурашек от нее нет. Но стало часто попадаться в поле зрения информация о ней. Ну, саентология, она же, конечно, сильно сейчас развилась. От Хаббарда, если смотреть, она уже другая. И потом, видите, саентология, он же собрал из всех религий цимус. Вот. Ну, то есть выжимки наиболее удачных методик, практик. Вот. И, в общем-то, там много рабочего. Терракотовые фигуры – это просто живые люди, да. Есть, может, какие-то издания, перевод Махабхарты, которые считаете лучшими для изучения. Не, наверняка при переводе много теряется, неумышленно, а может, умышленно. Ну, какие у нас были? Вот у нас академические издания, это Махабхарты и Рамаяны были. Вот, но я других и не знаю, может быть, и другие. Но, может быть, эти кришнаиты, они иногда издают. В Москве стали появляться вертикальные радуги с земли вверх в небо. Радужный столб света в ноябре, декабре, январе. Что это? Инопланетные корабли? Да нет. У нас же, видите, почему вообще радуга возникает? Вот над каждым поселком, городом, ну, там, где люди живут, да, ну, или животные живут. Вот. Есть купол тонкий. И вот свет, который проходит, он преломляется, разлагается на ну, в действительности на 16 цветов, но мы говорим на 7. Вот. И возникает вот эта радуга. Поскольку сейчас купола, они могут быть не только как шапка, да, они могут уходить вверх. Вот, поэтому у вас вертикальное. Детям не нравится переносить сознание в любой предмет и смотреть на себя, что это за способности. Ну, это круто. Дело в том, что у Дели Прослави есть практика переноса сознания. И это особенно применяется при ворожбе. При управлении, например, поведением других людей. Там, ну, за счет практики достигается вот эта возможность управления человеком. А так, да, вы переносите сознание в одно, в другое место. У нас ведь оно фиксировано. А когда фиксировано, оно не лоббильно, оно не развивается. А когда же делаешь двигающимся, там возникают очень интересные вещи. Ну, кто занимался, ну, как характерники, бесконтактным боем, да, вот эта способность, она очень важна. Благодарю закрытие родов, послеродовое пеленание, по-другому в бане, после рождения малыша, на 40-й день
Работа идет с тонким планом. Некоторые учителя, которые учат повитух пеленанию, жечь, говорят, что в родах повитуха вместе с роженицей идет через реку смородину за ребеночком в Навь и оттуда приводят вместе с мамой этого малыша. После родовой пеленания нужно для того, чтобы закрыть ворота в Навь. Момент перетягивания рушниками женщин восьми точкам, соответствующим чакрам, читают христианскую молитву. Как вы считаете, куда ходит женщина в родах? Одна или с повитухой? И в Нафли? Спасибо за информацию. Про семь точек этого я не знал. Вообще ходили за предками, которых надо вытащить в этот свет. Вот. Но они ходили не в Нафь, а вот именно в тонкий мир. Тот, который у нас находится. Ну, тот свет, по другими словами. Вот. А Нафь – это вообще-то повелительница стихий. Это кумир четырех стихий Нафь. Нам про смерть говорят, но это не так. Я часто испытываю вторжение мыслей вины с целью опустить мои частоты. Как от них избавиться? Я отчетливо осознаю, что это некое вторжение. Это тоже Пандора. Да. И Пандора. Но у нас еще есть зондеркоманды, которые, в общем-то, уничтожают старых людей. Ну и молодых тоже. Если у них там есть какие-то зацепки, не щадят. Но это все от песеглавцев идет. Вы сказали, что когда люди сами окаменевают, они превращаются в мрамор. Значит ли это, что весь мрамор на земле – это остатки окаменевших людей? И необходимо ли тогда избегать всего сделанного из мрамора? Благодарю. Но у нас мрамор раньше получали благодаря тому, что его толкли из... Ну, у нас мраморные залежи есть. И потом, значит, они его снова как бы превращали в бетон. Ну, то есть там добавляли цемент, воду и прочее. Короче говоря, получались мраморные изделия. А сейчас научились делать мрамор и изделия из мрамора. А вот то, что у нас есть мраморные статуи, да, причем, например, вот сетка, да, вот сетка накинута на человека, крупная сеть, а под сетью, значит, вот человек. Вот сделать это невозможно. Это как раз вот окаменение. Если всем людям, у которых изымаются против их воли энзимы, части органов и так далее, поставить программу на самоуничтожение тех, кто изымает эти материалы, тех, кто им пользуется, как вы думаете, перестанут ли такое творить с нами? Ну, попробуйте. Но я могу предупредить, что подобные методы работы с ящиком Пандоры, ну и вообще с захватчиками, очень печально кончаются. Подскажите, пожалуйста, человек, видящий на тонком плане, может видеть в том числе и мысли? Часто при таких встречах есть ощущение, что тебя видят насквозь, и мысли в том числе. Конечно, у нас мысли, они рождаются головой в виде пузырей, выходят. У меня есть еще вопрос по поводу тинктур. В их приготовлении используется алкоголь для экстракции активных веществ из растений. Их принимать нужно, например, 30 капель, 100 грамм воды, 3 раза в день, от пару дней до нескольких месяцев, в зависимости от недуга. Мне хотелось бы услышать ваше мнение по поводу потребления тинктур во время простуды, например, или других заболеваний. Можно ли такие тинктуры на алкоголь вообще принимать? Я всех в семье лечу травами и гомеопатическими средствами. Иногда принимаю тинктуры на глицерине. Алкоголь я никогда не употребляла. Но мне всегда было интересно, каково влияние такого минимального количества алкоголя на нашу умные клетки, печень и так далее. У нас вообще ведь экстракты из растений появились благодаря работам Галлина и Диоскариода. Это римские песеглавцы, которые якобы врачи. Вот. Но еще туда Авиценну надо отнести. Вот они ввели
излечения этих экстрактов различных. У нас лечили вибрациями растений. К растению подносили стакан с водой. Вода пропитывалась этими частотами, и человек пил ее. Эффект тот же самый, даже сильнее. Тему алкоголя, наличие алкоголя в ферментированных напитках 0,5-3% критично ли для состояния сознания тела? Ну, ими же обычно детишек кормят. Там вот эти кефиры все, у них же алкоголь как раз 2-3%. Конечно, это вредно. Но все, вопросов больше нет. Я с вами прощаюсь. У кого уже ночь? Спокойной ночи.